хочу сделать это делать. Колхозные деньги, земли продал, деньги тоже. Можно слышать, не судя, сделают эти деньги, вернуть. Потому что для региона приходит вся информация. А, что поверхность, что им сказали, что им сказали. А потом обошли, знаешь как, всех обязали писать записку вопросы, какие есть. Да? И просто не нужны записки, потому что я не знаю. Записка. Вот Зиганова полностью дискомфорт, если позвала, открыл, что такое партия. Взял этого миллиардера в Орёгу. За то, что взял? Распустить. Тоже своим своим этим лицом партии сделал уже. Нафиг такое лицо партии нужно. Ну, Зюганов. Сильно поболел уже об этом. Ты его купили, Зюганова. Проплатил Грудинин. Конечно, миллиард долларов. Платил. Да ладно, это второй порошок. Это второй порошок. Вот прикинь, если он будет, не будет, а скорее всего он будет основным из этого. Никто не говорит, что он будет рядом там 51-49%. Никто не говорит. Там процентов 80 и процента там 3-4. Я думаю, на второе место еще. Не, не выйдет, третий будет. Я думаю, где-то второе место, потому что если информация будет известна, сейчас же немного начнется. Мало как. Мы предлагали пост премьера отказаться. Может, ну, это самое тоже ключевое. Thank you.
их управление теперь это госстрачка под охраной Сапсмога со всеми. Новая машина. Который удовлетворяет свое любопытство за счет государства. Не отдалеки другого слабого ума, а недалеки большинство своего от вот этой бытовухи. Я временно за вопросами, что есть, что
Yeah.
Делали баралгин, делали, по-моему,
ключ. Вот. Помнишь его, да? Вот такая штука. Не конкретно где-то, а в одном месте. Когда у меня был приступ, вот первый приступ радикулита, я не орал, но в течение там 5 секунд я весь мокрый становился. Весь мокрый. Вот. Врачи приехали, значит. Ну и все это чуть-чуть берет, и черта мать паралич, может быть, с вами делают. Но я совершенно не чувствовал укол, совершенно. Он смотрит на меня, вы чувствуете боли? Я вообще укол не чувствую. Так покачала головы, так делали несколько дней, вот. А потом уже на четвертый, на пятый день стали делать этот ковры. Ой, как это вот, думаю, что вы делаете? Она говорит, вы же не чувствовали, ну сейчас это больно просто, просто боль. Ресница проиграла боль. И они вводили вот так раз, и ввели все. А потом уже где-то полторы-две минуты они ввели. Вот они мне сказали, говорит, еще чуть-чуть бы черный мать. Ты где? Возле Кистана? Ну хай. Чужие места. И это вызывало приступ гомерического смеха. Хох. У меня тут не мысли, вот лежишь. Еще без укола, без ничего. Ну это. Не болеет ничего, а под одной мыслью, что нужно повернуться на бок или сходить в туалет, постепенно начинал нарост.
звонишь, достаешь телефон, набираешь его, пишешь там контакт. Там он, Вася, который не Тебе чуть-чуть где-то... Найдут. Тебе там через смартфон надо карту, маршрут положить, да? А он ему что показывает? Он, Петя, в Питер. Все. Заказать еду. Маруся, суши мне. Ну, а смартфон не нужен. Вообще их вопрос не касается. В игрушки играть? Вот ферма хотя бы как-то. У него страна ферма. Ему это игрушки. Стратегия от Америки. А вот посмотреть видео «Народ России» он не сможет. Он и не знает. Он даже не знает об этом. Он про YouTube вообще знает? Не, у него может быть и есть смартфон. Ну просто он все секреты. Гвоздем прибил к себе. Нет, он просто не афиширует. Трампу звонят, Клинтон. Ему и шокер не надо, и пневматика не нужна в дороге. У него шайбу есть. Путин? Ага. У него шайбу и пневматика, и шокер. И огнестрел. Таблетку выпить у него. Кто там министр здравоохранения? Это анекдот. Остановили его. Старый, нового русского. Где у тебя аптечка? Нет. Нет, где там чеснок. Второй период 0-0. 7 минут сыграли. Где у тебя тишина? Он видит сзади пожарную машину. Где аптечка? Видишь сзади. Скорая помощь. Это все? Это положение, значит. А это у кого? Ну, эти вот тоже дебилы новые русские. Съездить на какой-нибудь завод, посмотреть, как идет строительство. Вот зачем там настоящий путь? Двойник, верно? Представляешь, сразу в трех городах России путь. Ну что будет? Вот один же в этом выступает. Как его, Comedy Club, что ли? Да. Как его фамилия? Грачев. Не очень похож, да? Ну да. Но вот манера, как бы уже половина. Он еще чисто просто вышел, тихонько идет. Все. И походка. Че, Владимир? Нет, это что? Что это?
еще 56 минут. Это что за красота? Это не... О, Россия забила один гол. Точно? Да, 0-1. Выигрываем у Чехии. Так, Владимир, 12:35 прибытие. 11:40. Что это за гол? Ну это невеста, стопудово. А, Ковров. Ковров, да. Две минуты. Успеем? Куда? До канадской границы. Ну, можем разве что выйти отсюда и уже пешком до Москвы дойти. С нашими чемоданами. Ну, месяцом будем идти. Хотя нет. До 8 марта не успеем. Вот как раз успеем. Один ноль, молодцы, и ведут. Вот. Да, второй период. Ну сколько? Ну, 10 минут. Ковров. Тут делали мотоциклы, ковровец. Потом восход. Сейчас не знаю. Закат. Красиво. Че? Да, в этом Кемерово было время свободное. Я написал в Яндекс Такси претензию, что, ну, помнишь, я не могу вызвать по безналичной оплате. Кемерово? Да. Я тебе говорил, когда...